деревьев получаются красивые панели, мебель и шкатулки. Но лучше всего из деревьев получается лес. Любите природу, берегите зеленые насаждения, сажайте сады, парки, скверы, сохраняйте лес. И тогда у вас будет много деревянных панелей, мебели и шкатулок. Помогите кто-нибудь на помощь! Что случилось? Чего ты орешь? Шел по лесу, гулял. Вдруг, бать, капкан. Ну, мне одному не справиться. Какой-то гад поставил. Мой это капканчик. Ух. Мой. На медведя. Медведь здесь бродит. Людоед. Боже мой, ну так тяните же скорее, ну! Людоед он ведь как? Он на голос идет. Слушайте, ну давайте вы одну половинку, я вторую. Ну давайте. Нет, мы сделаем иначе. Что иначе? Ты ори. Как? Ори. А я в засаду. Да куда же вы? Помогите! Помогите! Слава Богу. Извини, как бы к дороге выйти, к любой бы мне бы. К дороге? А, так это просто. Это вы сейчас вот так вот идете прямо до дерева с маленьким дуплом. Затем свернули налево до дерева с большим дуплом. А-а-а. Потом перейдете через старый железный мост. А-а-а. Потом через новый мостик. А-а-а. Потом свернете направо до дерева с двумя дуплами. Причем одно только образовывается. Дупло? Ну да. А там увидите вот такие крупные гнилые корни такие. И уже дорога. До свидания. Вот ее так, каждое же дупло знает. А вы, наверное, местный лесник? Нет, я местный стоматолог. Вяжи его, Боря, быстрее, Боренька. Кляп ему воткни в рожу, чтобы не вякал. Кляп! Кляп, я брезгую, Боря. Открой рот сам! Фу. Боря, а вдруг этот лесник потом расскажет, что двух зэков беглых в лесу видел, Боря. Извини, Боря. Готов. Что такое? Ты что сделал, ты, козел? Что такое, Боря? Мы же не знаем, где мы находимся. Он бы нам объяснил. Ты что сделал, ты? Спокойно, Боря. Спокойно. Есть решение, Боря. Боря, все в порядке. Иди сюда. Может быть установлено. Вы находитесь вне зоны действия сети. Вне зоны, Боря, Боренька. Ты понимаешь это? Вне зоны, Боря, Боря. Выбрались. Господи, Боже мой, выбрали. Вне зоны. Выбрали. Боренька, выбрали. Вне зоны. Выбрали. Ну, как говорится, с Богом. Да. И что? Милый человек привело тебя в наше лесничество. Видите ли, Иван Иванович, дело в том, что я профессор Академии педагогических наук. Как? Ну, это по воспитанию детей, так чтобы вам было понятно. А, так да. Вот, говорят, что в здешних местах объявился мальчик, который воспитан в стае волков. Угу. Этакой таежный Маугли. Так вот же он, сердечный, перед вами. Бонжур, месье. Пардон, папа. Силь ва пле. Бонжур. Мерси, бонжур. Иван Иванович, да. Давно он у вас? Да уже 2 месяца. Сколько? 2. Но это невозможно, Иван Ильич, не может быть как-то за 2 месяца. Это невозможно. Это за 2 месяца я дома своего дебила за 20 лет не выучил вести себя за столом, как положено. Мой все делает, как положено. Ну, а если он чего не делает, как положено,
я его обратно к волкам отдаю. Папа, не надо. Я английский выучу. И на пианино буду. И по хозяйству помогать. Не отдавай волкам, пожалуйста. Ешь. Пардон, месье. Я со собой все уберу. Воскресный репортаж. Добрый день. Мы с вами находимся в непроходимой чаще. Чаще. Чаще надо в лесу бывать. Чаще. В чаще, в которой поселились представители движения под названием «Друзья леса». Они отказались от благ цивилизации и живут здесь, вот, на лоне природы, постоянно общаясь со всякого рода зверюшками, птичками. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста. Тихо. Тихо, вы слышите, как он поет. Как он поет. Это дятел поет, вы слышите. А? Нет, что-то я не слышу. Ну, естественно. А я вот слышу. Я слышу, я могу говорить с букашкой, таракашкой, с божьей коровкой. Я могу общаться с каждой травкой, муравкой. Мухоморы! Ау! И часто вы с мухоморами общаетесь? Ну, если без балды, мужик, это зависит от того, с какой мы травкой, муравкой, сначала пообщаемся. Чу!